Примитивные орудия труда, элементарные навыки строительства, полное единение с природой. Так обывателю представляется образ человека каменного века. А как видят эпоху палеолита специалисты? Какие уникальные находки смогли обнаружить археологи? Немало ответов удалось получить в результате исследований в Курчатовском районе. Информацию предоставили так называемые «быковские стоянки». 8 поселений, расположенных очень близко друг к другу. При этом некоторые из наших местонахождений каменного века, они включают в себя сразу несколько стоянок. То есть на одно и то же место человек приходил несколько раз. Огромный период от 20 до 12 тысяч лет назад. Летние и зимние стоянки, временные перевалочные пункты. Совершенно разные в культурном отношении племена. Такие стоянки – большая редкость, а для Центральной России и вовсе уникальное явление. Здесь есть возможность не просто узнать, как жили и чем занимались древние люди, но и проследить хронологию развития материальной культуры. Пытаемся понять, почему было выбрано именно это место обитания, потому что, как выясняется, это не одно и то же племя, как я уже говорила, а разные племена приходили. Почему-то именно маленький участок, буквально 500 квадратных метров, их привлекал. Безусловно, во все времена решающую роль при выборе места жительства играли географическое положение и природа. Быковские стоянки в этом плане были очень привлекательны. Это действительно был древний мыс, который был омываем водами просеема. Сейчас эта река ушла аж на 3 километра к северу. Мыс, видимо, возвышался с одной стороны, создавая такое стабильное место, не заливаемое водами при, например, половодьях. С другой стороны, на водопой ходят животные. А первобытному человеку это было очень важно, поскольку он, как человек, как и животное, хотел тоже пить с одной стороны, а с другой стороны есть. А кушал он как раз этих животных. Многие артефакты, обнаруженные здесь археологами, не имеют аналогов в мире. Выделяют даже отдельную быковскую культуру, кстати, передовую в своем развитии. В первую очередь, особенный тип хозяйства. Наша территория всегда считалась местом охоты на мамонтов. Только на знаменитой Авдеевской стоянке были найдены останки порядка 80 особей на одном поселении. Мамонт и в качестве пищи, и в качестве, между прочим, материала для разжигания костра, потому что кости – один из вариантов происхождения слова «костер». Вот. Так, как и для постройки жилища, для изготовления орудий труда из костей мамонтов. То есть он полностью использовался от и до. На быковских стоянках лишь отголоски этой культуры. Безусловно, эти люди были знакомы с охотой на мамонтов, умели обрабатывать шкуры и кости, но по какой-то причине охотничий тип сменился. Наши древние предки предпочли копытных животных. Лошадь, северные олени, даже песец и заяц. Вот такой мелкой дичью они питались. Из этих костей делали орудия труда и предметы искусства. Менялась цель, менялись и приспособления. Среди каменных орудий были найдены микролиты. Небольшие треугольники до 3 сантиметров. Их появление раньше ученые связывали с мезолитом. Временем, когда ледник растаял, мамонты и шерстистые носороги исчезли с лица земли. Сходные изделия появляются в материалах Западной Европы, но на 5-6 тысячелетий позже. Быковским же микролитам порядка 18 тысяч лет. Дальше мы видим их еще изменения, прослеживаем их изменения, их форм, количество, количественный состав меняется, то есть становится все больше и больше. Мы можем сказать, что они использовались как вкладыши для наконечников стрел. Такие выводы позволило сделать тщательное изучение с помощью самых современных технологий. Настоящая сенсация в научном мире. Ведь споры идут до сих пор, были ли лук и стрелы в палеолите. Многие европейские, западные Европы ученые, они считают, что все-таки использовались копьеметалки. И что вот следы, которые они видят на своих стоянках, они связаны именно с метанием дротиков.
а не с наконечниками стрел. Но вот мы придерживаемся мнения, что у нас именно наконечники стрел, именно исходя из того, какие метательные изломы на них, какие повреждения. А вот и древние жилища. Размер примерно 7 на 8 метров. В центре обязательно очаг, а иногда и два. Главное отличие – перекрытий – их легкость. Для кочевников эта характеристика была крайне важна. Перевозить за собой каркасы из кости мамонта было непросто. Орудия для обработки дерева, найденные на стоянках, доказывают, основа жилищ была из крупных веток. Сверху – шкуры северных оленей, причем обязательно мехом вовнутрь. Потому что тогда на маленькие жилища с небольшими каркасами скапливался бы снег зимой, и был бы шанс того, что они разрушатся. По поверхности шкуры вверх, то есть больше шансов, что этот снег, так скажем, окажется внизу, а не наверху. Но и на этом уникальные находки не закончились. Быковские стоянки припасли для археологов орудия труда и произведения искусства из кости – бивня мамонта, рога северного оленя. Дело в том, что чтобы органика сохранилась 20-15 тысяч лет, это действительно нужны определенные вот условия залегания материалов, состав грунта определенный. И это достаточно то, большая редкость. Это иголки. Все как положено. Острые, с ушком и, главное, идеально ровные. Ни в чем не уступающие современным. Только сделаны из кости и 20 тысяч лет назад. А эти проколки изготавливали из ребер животных. Аналогов пока не обнаружено нигде в мире. Трассологический анализ, то есть анализ следов изнашивания, показывает, что, скорее всего, это не были проколки в нашем понимании смысла. В смысле, то есть им ничего не прокалывали, а это были составные части каких-то конструкций. Может быть, даже антропоморфные фигурки. А возможно, это части украшений, например, бус. Соединять их могли вот с такими пронисками. На наших стоянках не найдена живопись, но есть и палитра, и даже краска. Хорошо известны палеолитические Венеры, каменные женские фигурки. Только на Авдеевской стоянке их было найдено порядка 20. А вот такой артефакт пока единственный в своем роде. Это большое кольцо с головой лошади, скорее всего, ритуальный предмет, связанный с охотничьей магией. Исследования показали, стоянку люди покинули преднамеренно, а не из-за природных катаклизмов или изменения климата. Просто закончился охотничий сезон, и мы путем долгих тщательных исследований всего инвентаря, его изношенности, состава, то есть что осталось, что не осталось, выяснили, что стоянка была покинута преднамеренно. Перед уходом магический ритуал, потому и артефакт так хорошо сохранился. Его ставили специально. Кстати, для археологов главное не найти предмет древности, не извлечь его из земли, а пройти по древней поверхности, зафиксировать, для чего и как использовались предметы. Это все помогает понять психологию человека. Тем более, что она в тот момент отличалась от нашей. Они были вынуждены жить в других условиях, по-другому относиться к природе, по-другому ее понимать, осознавать. И поверьте, они ее знали гораздо лучше, чем мы. И они были совершенно не хуже нас с вами, так скажем, в возможностях работы головного мозга. Исследование быковских стоянок ведется уже более 15 лет, но эта земля хранит еще немало секретов. Так что археологи и историки планируют вновь к ним вернуться, чтобы найти ответы на все новые и новые вопросы.